Приветствую вас, с вами Странник. И мы продолжаем этот безумный мир проходить. Я не знаю, мне уже выгорает от него частично. Да дай мне что-нибудь заклепки. Вечно никогда ничего нет. Я... Три из четырех. Окей. Проверяем. Нам можно еще зайти в одну комнатку. Давайте зайдем, глянем, что там. Как там скрыть, я не знаю. Кто-то там пароль. Пять, два, пять, четыре. Положили. Хорошо. Робот за мной. Мой верный друг. И обязательно тоник забрать. Не торопитесь, осторожно, взломщик 2 заставит машину работать медленнее, даст вам больше времени, чтобы взломать. Бесполезно, тут тайси, честно. В конце игры уже. Такое в начале давать надо. Мы надеялись на младшую сестричку с одним единственным защитником, потому что в случае ошибки она шла в расход. Поскольку мы искусственно создали отцовское чувство, настоящие родители девочек нам тут были ни к чему. Поэтому детей нам поставляли из приюта Фанштейна, а сама технология имела беспрецедентный успех. Почему не столько птичек дает, когда вот... Если бы этот знающий ребенка был Эленором, мне так жаль. Так, мне теперь надо, знаете, что на этом этаже попасть вот сюда. Нам же надо вскрыть последний. Дверь закрыта. Хорошо. Я говорю, это растягивает на сколько количество серий игра растянута. Просто неоправданно растянута. Так, здесь закрыто. Стоп, а что нам делать? То есть как-то сюда проникнуть надо. А может мы открыли эту локацию? Ушел. Ушла. А, может и здесь? Там раз. То есть, когда идет сохранение, игра не заканчивается. Хедшоты! Немножко меня покоцали, конечно. Ай! Лунный абсент, отличный джин, виски. Хорошо. Так, нам в эту сторону показывают, правильно? А я опять, вот видите, что проскакивает?
Хорошо. Галеры. Обманули, да? Зачем так обманывать? Обманывать нехорошо. Отлично, джин, виски, виски. И ради чего? Турель у меня есть. Здесь все, да? Так, вроде бы все забрали. Все, что могли. А, вот оно что. Хорош. Успешный взлом. Любому, кто занимается плазмидами, рано или поздно приходится проводить испытания на людях. Это наш маленький секрет, и, честно говоря, жителям Острога не слишком хочется знать. Раз уж конечный продукт безопасен и отличается... Добровольцы были в дефиците, даже несмотря на общий спад экономики. Тогда некий Синкер предложил нам практически неисчерпаемые поставки. Он доставлял их нам и связан с обколотых без лишних вопросов. Почему я не могу Мишу? Там эта дура ездит. Ушел. Хедшот. Ушла. Так, где-то тут валялся этот дротик. В смысле? Ёшки-матрёшки, на я дистанционный пользуюсь. Ладно. Это маленькое нарушение правил, боюсь тебе еще одну пощечину, мальчишка. Да хватит мне мочить, блин. Зачем такое делать вот с этим... Она меня мочит. Так, ладно, ломаем эту штуку. Все, все. Да не плачь. Да что сейчас было? Вроде бы все сделали, что могли. О, а здесь какой-то ход. Тиран взирает на мир с мыслью. Это предложит не резать с помощью силы и хитрости. Для тирана он сам. Центр мироздания, луна и солнце. Ай, ну бред, ну опять не тот бред читать. Блин, так робот погиб.
А, вот это как сюда попасть. Ёшкин, матрёшкин. Так, я понял, хорошо, отлично. Нам тут ничего не надо, аптечки нам не надо, мы здесь редкость. Так, а как отсюда выйти? Это все хорошо. Разработчики игры. Как выйти? Алло. Пипец. Это послание все признается целое, едва могу в них поверить. Психиатрия была предметом моих исследований, собрала сбора данных о самосознании во всех его проявлениях. Однако разум не требует самоанализа. Сын Райан оказался эффективнее, чем другие противники, обладавшие самосознанием. Он жил, не задавая вопросов, и могла бы окончить с личностью и спасти мир. Я могу покончить с личностью и спасти мир. Я понимаю. А теперь как нам отсюда выбраться? Ха-ха! Это что, ловушка? Нет, пункт. Как выбраться нам отседова? Включая стрельбил хороший удар, мощным буром вы станете мастером ближнего боя. Сохранить банки. Моя новым важной технологии разрабатываем здесь. Пан тут будет, возможно, и ушла. Ушел. Я понял. Хорошо. Будем надеяться, что уже концовка, блин. Агнес Дэй. И снова здравствуй, полагаю, теперь ты... Да помнишь, покончить всю жизнь. В обмен на ты подготовил для тебя охранный экспорт. Вот, выключайте, открой доступ к настоящей лаборатории, там, где ждет меня, что осталось. Пожалуйста, воспользуйся им. Хорошо. Аптечку возьмем. Так, модификация оружия. Экономим горячо бы клепального молотка. Все-таки увеличить рикошет пулемета. Не дает вызываться, куда не вызывает рикошет. Пружин тест для дробовика. Так. Кинетическая энергия для генерации, значит, дополнительного попадания. Ускорение дротиков. Заряд увеличит скорость полета дротиков, снизить время при зарядке. Кстати, прикольно. На большом быстрее поражает. Так. Размер гранатомета. Более вместительный гранатомет, больше опасности. Так, имитирует. Так, иммунитет к урону от гранатомета. Угу. Блин. Давайте все-таки гранатомет, потому что в конце, я думаю, все-таки с ним мы будем. Все, давайте вам концовку игры. Так, и куда нам? Все, нам налево. Так, нечестно было. Я должен был стать величайшим достижением Софии Лэмп. Живым композитом Генри Стругой в деле.
Однако теперь для нее лишь результат неудачного эксперимента, результат проверки моих мыслеспособностей по-прежнему высоки. Однако мои резкие взгляды отбросили меня только в власти психоза. Я не хочу вчитываться. Вот честно, мне даже просто лень вчитываться. Почему нас сразу не берет? Это не понимаю. То есть, какой-то тупизм. Давайте, мне конец серии, блин. Как раз и 20 минут до конца серии. Если получится, то как раз я ее пройду. Так растянули игру. Пишет 10 часов, если быстро проходить, типа, мол. А я что, очень так скрупулезно проходил, просто бегал везде, смотрел. На всякий случай сразу патронов не собираем. Белка, не путай меня, а. Когда-то его сделал здешними владельцами этой кислородной станции. Всего лишь ширма, с той стороны ход вниз, если он привлекает что-то Элнору, то это там. Аптечка нам не помешает. Ну, конечно, все здесь. Где же еще будет? Без сомнений. Но я же нажал. Сразу не в лобешник сейчас. Боюсь, свет ужасно режет мне глаза, я выключил его до тех пор, пока ты не придешь, чтобы покончить со мной. Пожалуйста, найди выключатель, поверни их, а потом возвращайся сюда, чтобы запять и пустить ток. Да ладно, еще ц... Доктор Александр согласился пойти на обе меры по проекту «Новая утопия». Он станет химерным организмом, вобрав в себе умы всех жителей восторга, получив тем самым доступ к их талантам и воспоминаниям через собранный нами Адам. В качестве проведенного проекта был доктор Александр будет направлен исключительно на поддержку всеобщего блага, и его любовь преданность полно распределяется на всю человеческую расу. Ну, короче, очередной бред. Да все, хватит. Я добиваюсь твоей великой цели с помощью нецитокуриной, короче, ясно. Так, гипноз... Приманка, что же нам можно сделать? Так, телекинез 2. Давайте. Хоть что-то надо купить. Так, нам сейчас надо будет в темноте в этой бродить. Так, я не... Один взломанный, и у нас нормально. Да опять. София заставила... Идеальный человек альтруист, это просто некое управление, которое нужно решить, разве что на основании одно и то же, утверждала она. Сознание личности естественным образом приводит к одержимости ею. Сумея подать ощущение личности, насытить мне способностью познания для служения всеобщему благу, мы сможем сдавать первого жителя утопии. Походу, какой-то монстр будет он, что ли? И тогда, как сказал София, наконец возникнет сама утопия.
Ну, раз здесь какие-то взрывные бочки стоят, значит, скорее всего, что-то будем взрывать. Не открывается, хорошо. Это заперто. Какие-то жуткие подземелья. Нормально. Так нас сюда не пускает. А, мы надо подключить должны эту штуку. Вот таких вот на патроны. Окей. Все. Раньше были мини-игры, было намного легче с этими вскрытиями. Так, вроде бы мы все сделали, так. Дали электричество, сейчас врубим. Мы с Софией знали, что стание первого сверху утопии нам придется заплатить дорогой цену, мой друг. Нам нужен был кто-то, кто стал бы хранителем всего этого адама. Лучших умов восторга, доброволец, то есть я. Так, сразу какой-то злой атмосфера. Что-то здесь не, неправильно. То, что сейчас видишь в этой сцене, когда ты действительно было мной. Боюсь, будущее Ленора Лэм будет не столь физически развитым. Это бассейн для глубокого состояния стал самым подходящим местом для моей изоляции. Сначала ты должен добыть достаточно водорослей с адамом, чтобы приманить и удержать меня на месте. Моллюски питаются ими, и похоже, это все, что теперь меня интересует. Я оставил тебе образец, чтобы ты знал, что искать. Я понял. Я тебя вижу, Дельта. Сейчас начальник, и хочешь занять свое теплое место. Черт, возьми его. Да ладно! Послушай, сынок. Мастер ключа, который ты хочешь обохранить, чтобы генетически искать, чтобы его добавить, тебе придется вынести кто-то из них, что принадлежит Алексу Великому. Говорит ли он наружу? Почему он достать все, о которых он говорит? Опять, сейчас, наверное, придется мне проходить. Я уже забываю фоткать. Да ладно. Так, там еще ниже. Так, где эти растения находятся? София заявила, идеальный человек аутист, альтруист, это человек некогда, просто некое управление, которое нужно решить. Разум сознания, но не то же утверждало оно. Сознание. Нужно жить в утопии, короче, но они там что-то ждут, короче, что-то делают. Как все. Мне наплевать общим благо, мне наплевать на ваше благо всеобщее. Просто я играю, потому что я прохожу эту игру. Так, а где цветочки? Вон цветочки. Ну, сейчас, конечно, у нас будет, как всегда, рубилово. Собрать! Она еще собирать не хотела, зараза.
Можем зайти в лабораторию. Ну давай, ну, давай, давай, давай. Ищи туман. А... Да ладно. На, на. А, гнида, гори! Гори, гнидос! Что за жизнь? Пройти по городу, играя в дотушки папки, или как нибудь убить сетричку, а потом, если не вырубить кому, превратится в маньяка, который стоит слишком часто. Да, 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 да. Бред сивой кобылы, твоя вся речь. Я не хочу это читать. Так. Где у меня аптечка была? Подожди. Где-то аптечка валялась. Твое тело начинает читать само себе. Не придумывает найти или новый вернуть в безумие. Либо в кому. Где аптечка была? Матрешка. Право считано на нее, твое создание один из величайших. Достала эта вода, тупоголовая. Хватит мне поливать. И все равно не обойдешь эту воду. Гнилостную. Так, хорошо. Патроны. Опять читать. Ой-ой-ой-ой. Серия пришло конец, про работу чересчур хорошо, потому что это в компанию. Удар превратил несколько стричек обратно людей, а постановили, что для мутанта будет случай травм получено. С ним защитником была настолько велика, что привела к несанкционированному держателю коми. Мы настолько обузнаны с цветным агрессией, не более того. Сегодня я видел, однако, этих на коленях, везде собрала, она плакала. Все, нормально? Генов? Зачем мне эти гены менять? Может, вообще поменять? Аптечки кругом. Хорошо, нам наверх. Ну, серия уже как бы по времени серия заканчивается. О, ё-ма, мистер Бублс. Да ладно. Ушла, 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 я сказал. Где 8? Так. Лови, мистер Бабос. Лови. Да ладно, да, 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 да. Да умрешь ты, мистер Бабос, или нет? Отправлю тебе твой подарок назад. Давай, хелло, малая. Так, где наша лечилка? Хорошо. Давай, пофиг. Зачем мне этот Адам, не знаю. Ушел. Ушел.
ушла. Ну или ушло. Хедшоты работают. Я думал, хедшоты здесь не роляют. Ушел. Хорошо. Девочка, ты скоро? Не пущу, не пущу, не пущу, не пущу, не пущу. Вот как работать? Ушел. Поднять, хорошо. Хорошо. Это будет последняя серия. Ушла! Так, ясно. Меня закидывать пытается. А где ты, чудо? Где ты? О, смотрите, я кручу. Да. Здесь как-то... Ну что за бред, а? Взял, сломал мне эту мою штучку. Где эти все существа? Дротик, забирай. Ну почему ты тупишь, игра? Сломано, я понял, хорошо. Они сломали лечебный аппарат. Ну, придурки, сами же лечиться будете. Хорошо. Так. Ну я бы на зал. Мне вот это спаун из непонятно откуда. Вообще. Малышка, собирай, собирай. Я так понимаю, они не собираются даже приходить сюда.
И меня коцнуло. А где аптечка? А, я за респу был. Ну разве это честно? Она еще и ест адом. Фу. Фу, такое быть. Мистер Би. Еще одна малышка, ё-моё. Да ладно! Офигеть! Да что такое? Все мои отмычки, ой, аптечки. Да. А куда мы? Нам, мне надо как-то высадить малышню эту. Здесь они связали нас друг с другом, отец. Игры в Бога. Это единственное хорошее, что дал мне Восток. Теперь что мне делать? Если вы будете отца Дельта, я бесил следующее дело моей жизни. Находится с тобой ребенок, которым она была, умер в этой комнате. Так. Мама уничтожила доктора Александера, она попыталась генетически модифицировать его, чтобы превратить святого преподобного. Потом придать всеобщее всеобщее благо неустанное ему следовать. Однако, философия мамы столь же порочна, как философия Райна. Согласно ее стандартам, для всего мира ее лучше одинаково бездомно, чем позволить нам самостоятельно чего-то добиваться. Давайте мне уже конец игры, хватит мне уже. Блин, потратил столько этих. Все, отпускаю малышку и я думаю, что... То есть... А как я смог бы с этой малышкой бы еще ходить? Все, все малышки... Thank you. Нам вниз, что ли? Борзел, на, вообще уже борзели. Так, not many
Все, мы все собрали. Хорошо. Так, блядь, пора кормить рыбок. Двигайся назад к резервуару Александра и брось туда эту траву. Хорош. Она хотела делать для меня лучше, которую не делала твое безумие. Весь твой путь отсюда, держать от тебя сам исполнится, ты его женишься к коллективу. Хорошо. Да, возрождение, ты, конечно, желаешь... Конечно, это твое тело нравится мне. Я с трудом представляю тебе, что это личность, воспоминания будут хранить волой, как это будет какой-нибудь. Хорошо, все, закрывайся, давай я сейчас завалю этого быстренько. И все. Мистер Бабблс. Да ладно, под конец не успел садануть. Гадина. Давай быстренько беремся. Давай, бери, а мы сейчас размагаем. Окей. Пошли за следующим. Ушел. Шоу. А почему так? Ушел. Пошла. Последняя, наверное. Больше я уже не буду этих сестричек собирать здесь. То время у нас. Слишком долгая серия. Да доллары не берешь. Уже ничего не берет.
Всем бы запад. Внимание сотрудникам объекта Дельта. Отожнем, отнимаем должность, выведите его из здания. Да ладно! Ушел. Ушел, гнида. Вообще оборзели гниды. Какой разведка? Где эта гадость? Да откуда валят? Да дай им нормальное оружие. Вообще. Умри. Как ты смеешь попытаться подкупить этим взять взятку? Отлично, сынок. Тебя получится, а теперь используй за консоль, чтобы взять у него образец генов. Генный ключ будет напечатан автоматически. Где? Ой, на концовка. И что? Теперь есть ключ от Биши Лэмп, и она находится там, отправляйся к главной станции. И используйся им. Окей, я понял. Хорошо. Потом нажми кнопку на панели перед тобой цистерна, будет пущена для тока достаточно, чтобы убить меня, как не пытался театр говорить, не слушая, который был когда-то в доме, нет. Мой разум туманится, мои мысли обращаются к страдания, которые, наверное, будут люди не охватываться на суде, не могут предложить и свои магниты. Возможно, после этого смерти ты сумеешь сделать больше. Теперь пошли, подари мне покой. Прощай, мой друг, и спасибо тебе. Не знаю, убивать его, не убивать. Тебе не обязательно меня. Знаете, что я не буду его уничтожать? Может, скида хорошую концовку? Не хочу. Так, аптечки покупаем сразу. Так. Инъекции Евы есть. Хорошо. Аспирин, консервированные клепки. Давайте на все деньги. У нас денег полно. Хорошо, картечь. Жакан. Дротик дистанционного взлома. Жаканы заполняем. Ай, вот что за бред? Так, где это? Аппарат. Не понял. Ай, ё-моё. Так глупо сделано это все. Короче, Александра я не убивал. Посмотрим, что из этого будет. Ой.
Я уже устал. Представьте, серия час с чем-то. И что? Нам сюда? Давайте мне концовку и все. Я уже отвоевался, все сделал, сестричек всех спас, ни одной не убил, Александра не убил, дамочку никого не убил, и Софи Лэмп, я так понимаю, убивать тоже надо. Возможно, я немного состоялся, которым помогло несчастье. Первичный мутацион про показывает нулевой генетический вред, вызванный ее пребыванием в форме младшей сестрички. Все указано на то, что она станет новым сосудом. Это все, концовка? Это будет необычное расщепление личности. В ее новой ДНК будет заключен гений восторга, способен по его воле принимать любые формы. Ты замолчишь? Давай быстрее. Жители Утопии не будут ограничены одним только генетическим лотерейным билетом. При необходимости она станет композитором, балериной, инженером. Она станет истинной дочерью народа. Все, я прочитал. Хорошо, давай. В истории мы поняли, что все эти сошли с ума, там что-то создавали каких-то генетических этих... О, мне управление даже забрали, все. Это не я управляю. Так, не давайте мне еще одну серию. Персифон, наконец-то мы сюда добрались. Найди Нелну, сынок, и поскорее благодари малышу, кто не успел поменять, ведь она не дала нам вдвоем встретиться. Блин, придется еще на две серии, что ли, делить? Опять еще одна. Вы дайте мне концовку, я пришел к ней, все, вот она и все, и готово. Хватит мне там крутить, мутить. 10 часов игры, конечно, 10 часов. Если на меня будут нападать, я буду атаковать. Так, тут ничего интересного нет. Опять на две серии. Отец, потопись, я в ловушке в этой клетке. Что-то не так. Да я и так уже бегу. Дельта, один тебе, почему ты здесь? Знаешь ли ты, что моя дочь отдала тебе? Я даю твоему неведению. Ты все еще веришь? Так, экономика. Так, коплен мы. Для дробовика. Ускорение дротиков. Иммунитет урона от гранатомета. Рикошет, пулемет. Давай рикошет. Вот когда я нажимаю сохранение, то есть идет речь. Ну, пускай идет. Так, взлом. Что-то мне напоминает концовку игры. А, зачем я алкоголь выпил? Так, здесь у нас ничего. Нет цел. Так, что-то где-то здесь не просмотр. Серия уже 1:20. Идрит и Мадрид. Будете мне проклинать за такую долгую серию. Но я думаю, что кто досмотрит до конца, конечно, молодцы. Вместе со мной. Пройти такой путь. Оживим нашего друга. О, для нас тут все приготовили. В конце обязательно доллары давать, да? Вот у нас, сынок, это есть Элеонора Лэм. Постарайся не давать себе сейчас свой сын чувствует, мы тут спешим поделать какую-то плитку, она пойдет с нами. Так, а как открыть клетку? Ты достиг найти на норму. Даже все по-быстрому бегаю. Так. Стоп. Да, отстань.
И сколько нам понадобится, чтобы снять карантин с резервуара? Аптечка нам выпала, хорошо. А где? Она будет помнить о нас. Мы оба сделали свои ставки. Но это нам доелось, отец и мать встречали друг, тем не менее мы слепы. Ну все, концовка, давай, хэппи-энд. Прощай, Бирде, попусти его те шмы, что ты избежал собственного наследия. Что-то мне тоже не нравится. Что, сохранится? А, это две сестры. Да какое? Да какая телекинез разведка? Да-да, это не электрошок, нормально. Да куда я что застреваю вечно? Отстань. На тебе. Да ладно, в лицо получил. Все, завалил наконец-то эти. Искричи, говничек. Скорее, за тебя ждет, иди туда. Интересно, войти. А вторая как-то сдохла, я даже не почувствовал, не знал там. Наконец-то. Взгляни на нее, Дельта. 10 лет прошло, она по-прежнему тебе мечтает. Обильное снятие. Вот ты знаешь, почему Леонора привела тебя сюда? Она хотела иметь отца, поэтому она нашла способ восстановить твой разум и тело. Она наблюдала за тобой каждую минуту, принимая каждый твой поступок как истину. Я всех оставил живых. Да, все живые остались. Я всех оставил живых. Девушка на этой кровати уже не мой ребенок, не дело моей жизни. Она чудовище, сон с тобой одним, как она всегда и хотела. Ты долго будешь тормозить? А первое снятие карантина осталось. Однако она не сумела учесть одну деталь вашей взаимной связи. Когда ее сердце прекращает биться, ты попадаешь в кому. Ты впадаешь в кому. Эленор, прости меня.
Где твоя пушка? Бабах и все. Так мертвая девочка получается в конце, да? Награда за игру. За мои мучения. Наблюдать за ним. Его тело отключается естественным образом, но если он умрет от травм, то смотрит возвратиться. Не снимайте с ним наручники. Никто не должен сюда ходить, пока он не умрет. А, так она не убита. Раз мы это слышим. Please stand by. Отец, это я, Элеонора. Мне так жаль. Мама оставила мое сердце. Словила. Чтобы разорвать связь между нами, теперь даже оставаться рядом с тобой не смогу сохранить тебе жизнь. Но я еще могу помочь тебе бежать. Эта сестричка принесла тебе кое-что, чтобы взять ее под контроль. Сейчас за сестричку. Мне говорил знакомый, что типа за сестричку будешь играть. Блин! Пипец. Да ладно, вы получите одну младшую сестричку, теперь вы можете пользоваться луками метеации и собирать Адам с трупов. Я знаю, это странное ощущение, но теперь ты смотришь на мир глаз сестрички и падаешь на дорогу. Давай вытащим тебя отсюда. А тебе сначала давай вытащим тебя отсюда. Давай, теперь выбраться. Это не конец, но... Он открыть камеру, как нам держит. Так. Давайте быстренько. Надеюсь, что это уже будет быстро и... Ног не видно. Яшкин Матрешкин. Записываю только одно. Видите, там где-то должен быть отключать. Потянем, чтобы открыть камеру. Attention! Augustus Sinclair has been sighted within the facility. He will attempt to reach subject Delta. All family duties here are suspended until I will do this part myself. To save your life, I'm going to have to change to be like you. From here, you should be able to locate the pieces of a big sister suit. Please, bring them to me. Показывай, указывай, куда нам идти. Вам Лэм говорит в следующей части, которым помогло воплотить идеалы. Убить мне необходимый генетический идентификат, то есть меня вот сам коктейль, который взял с ума доктора Александра. Она была, что мое состояние гарантирует иммунитет к побочным эффектам Адама. Давай быстрее. Поверьте, мой единственный шанс без типа. Ну, мама, она могла убить единственный человек, поверьте, который знала отца. Если бы только его можно было вернуть. Ясно. Я не могу прочитать все, то есть я собрал две, но почему-то читаю последние. Так, давай, бегом. Доктор Александр mad. She thinks that my condition makes me immune to the damage. The surface is my only chance at freedom. But mother took the one person I knew from above. Это помещение у нас. There's a piece of the suit in here, father. Find the rest and bring them back to me. Это часть костюма, отец, найди мне. Что? Кому? Кому? Кто читает, говорит? Набыть мама накачивала американцев Адама. Mother kept me sedated in order to perfect my mind with Adam.
Дэвид, для нее ты Кенни служит всеобщим благом и подавая служебным никаким сомнениям. You have saved me from that. Я изолирую, мама знает о какой степени. Я связан с моими младшими сестричками. Я против своих чувств, я могу управлять ими. Гнор Лэмп, все остальные сестрички были из меня, отец они растут в восторге, и я это все чувствую. Когда ты был с малышкой, я ощущал их радость, а когда ты стал старшим сестрой, я находился вместе. Я так понимаю, все эти существа, они нас не трогают. Хорошо, что нас не пустило лишнее время. Занимает. Хорошо, дальше куда? Дальше. Хорошо. Одну маму была права, я следил за тобой, отец, смотрел, как ты решил другим, теперь я знаю, кто я такая. Studying the way you have treated others. And now I know who I am. Я освободился все, что я сделал со мной матерью, освободился, чтобы писать солнце, когда ты спасал мою свою историю, я чисто каждый день, я как раз в году дала мне надежду. When you rescued my new sisters, I felt everyone. And it gave me hope for the first time in years. Блин, это сколько серий? 10 часов! Принести аналитый костюм старшей сестры. Теперь я сделаю то же самое с остальными. Начнем отсюда. Концовку не дайте, и все. У нас получился, отец, я скоро приду. Эти костюмы всегда наполняли меня тебе, напоминали. Отец, по-моему, я до сих пор помню тебя, сколько жду спереди. Теперь настала моя очередь сразиться за тебя. Да ладно, еще продолжение. Да вы что, уже обнаглели совсем уже, блин. Какое продолжение, алло. Возьми это плазмин, ты можешь использовать его. Можешь помочь, что я поделаю в форме старшества, чтобы проводить его сражение. Нет, вот здесь. Fight. Давайте я серию на этом завершу, потому что я не понимаю. То есть концовка должна была быть, я все вроде бы сделал. И обратно мы должны возвращаться куда-то обратно. Поэтому давайте все до следующей серии. И всем пока.